Звук, цвет. Звук, цвет. Нормально. Чат. Так, на чем мы там остановились? Мы доверстали макетик практически полностью. Там осталось по верхнему блоку правки сделать. Слайдеры и форму обратной связи прицепить. Давайте слайдер посмотрим какой-нибудь. Так, вот здесь надо делать. А, вот так, да? Окей, сейчас доделаем. Сейчас доделаем. Так, сверхъярки светодиодной линейки. Текстовый центр абсолют. Не понимаю. Что-то я здесь ничего. То что откуда? Ничего не понимаю. А, слайдер. А, слайдер у нас идет. Таким образом, да? То приходится сверху абсолютом накладывать любой текст. Тогда понял. Тогда вопросов больше не имею.
Так. По стрелочкам вопросы есть. Где наши? Стрелочки исчезли. Аруби. Left 0. Полтора пикселя. В чем была разница, я не понимаю. Так, вот это должна быть, я так понял, активный что ли или нет? А нет, это просто стрелка навигации, да? Окей. Так, вот это у нас остается наверху, меняется задний фон. Это слайдер. Слайдер мы какой-то должны сюда прикрутить. Какой? Овал карусель, к примеру. Так, это GitHub. А нет. Или да? Что-то непонятно. Так, какой там простой, наверное, какой-то. Автоплей, который. Он же автоплей. Навел мышку, и он остановился. Прикольный слайдер. А, вот автоплей hover pause. Ясно. То есть все настраивается, да? Play click, автоплей. Я же play нажал. По клику по play. Все срабатывает, должно автоплей. Одна секунда, так же как и изначально. Что-то с этим не работает, но мы это не будем подключать. Давайте его подключим. Или свой написать. Полегче, чтобы было. Или не писать ли свой, да?
Можно же свой слайдер написать, да и все. Выбираем либо свой, либо овал карусель какой-нибудь. Еще есть флекс слайдеры всякие. Ну давайте возьмем какой-нибудь слайдер простенький тогда. Овал карусель. Там не особо много. Всего там два файла. Минимизированную версию возьмем и CSS тоже минимум. Давайте подключим сразу. А, jQuery надо подключить. Так. Стандартную тему и такую, да? Нет, стандартную тему нам не надо. Нам надо jQuery и карусельку. GS. Так, а GS у меня там есть или нет? Assets. Нету, да? Хорошо, jQuery сейчас еще. А, обязательно. User interface. Я думаю, что нет же, да?
Можно ее вставить ссылкой jQuery. Компрессор давайте сделаем. jQuery min. JS. Так, JS подключили, карусель подключили. Нам надо еще... А, ну там просто вставим тогда в код. А нам нужен клей. Вот такой, да? Так, хедер слайдер. Мы можем прямо здесь подключить этот скрипт. Хоть так и не рекомендуется. Мы же крутые чуваки. Нам ничего не страшно. Текст JavaScript. Это у нас... Type. Наверное. Как правильно подключается? Ну-ка. Ну-ка, 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 кто? Чат. Чат молчит. В чате нет людей, да? Плагины. Отлично. Так, это та же получается ситуация, да? Где практика использования? Просто в скрипт пишет.
Да господи, мне не жалко, я могу просто скрипт. Не, пускай будет текст скрипт. По-моему, так пишется, если быть точным. Так, дальше у нас идет выборка по классу. А класс у нас header slider. Вот таким вот образом. А дальше идет у нас картинки, там их, по-моему, три штуки. Это все item. 2, 3. И имеем гладиатор. Высота 610. Надеюсь, что они все одинаковые, не помню. Ну, как-то так. Давайте попробуем. Посмотрим. А, вот так, да? Крутой слайдер. Все, что сверху стояло, все у нас. Так. Давайте тогда пока на время отключаем. Абсолюты релятивы. Что тут еще есть? А, он у нас все вместе взял. Хорошо. Вот так, да? Так должно работать. У кого-то где-то, да, должно. EMG display block. Так, все. Поменьше, чтобы вообще ничего не стояло. И смотри, что у меня не выходит из всего этого. Так, item. Header slider.
Так, настройки слайдера сразу надо поставить, чтобы посмотреть, что работает, что нет. А давайте скопируем откуда. Так, то же самое, да? Где набор хотя бы каких-нибудь? Нав, true, lab, true, нет, это не... слишком мало. Где-то же я видел побольше всяких настроек. Так, ладно, пока отключим навигацию. Как она работает. Так, навигация нам не нужна. Зацикливание, ну, пускай будет. Что-то тут все как-то через что-то. Навигацию я отключил, почему она есть? Что-то не пашет. Diff img. Тут все есть. Тут все есть. Что-то у нас не подрубилось, только я не пойму, что. Дефолт тема, что ли?
Давайте, короче, подключим все как есть. И посмотрим, где я ошибся. Так, поставим вот этот еще дефолт тема. А там какая, кстати? Давайте мин подключим. Вот этот jQuery ставим тогда. Так. Потом. Поставим вот это. Да что за цифры здесь? Вот так. Стили все убраны. Так, навигация там нафиг не. Все, это минимум. Так, и минимум у нас что-то вообще все. Контейнера нет. Где наш контейнер? Контейнер у нас общий, чего его нет? Он у нас в самом конце. Хедер есть. Карусель есть. Да? Ничего не понимаю.
А, стили общие. Во. То есть так он работает, да? Как интересно, блин. Так, подключаем все, что отключили. И начинаем. Ну, это из-за дефолт темы, наверное. Ну-ка, давайте попробуем ее отключить. Нет. Или jQuery. Версия что-то 3.0 для нее большая, да? Ладно, хорошо, пускай так работает. Потом посмотрим, что подключить, что не подключить. Так, тогда оставляем, у нас получается, заменяем. Header слайдер ставим наш. И включаем. Слайдер. Так, и вот здесь начинается арабаркада. Там ведь даже. Так, ну-ка тему раскомментим. Ничего, никакого эффекта нету, да? То есть здесь надо смотреть по картинкам, что-то не так. Почему? Потому что мы их разделили на три. Нам надо. Ну, навигацию же я убрал. Так. Item 1. Не работает. Давайте по одному подключать будем. То есть здесь я прошу item 1, он у меня его не ставит. Может не item, а items. Да, items. Все, теперь он его ставит. Но почему-то это, видимо, сказывается от того, что я размеры указываю конкретные на самих EMG, да? Или по какому-то другому поводу. Давайте подключим их по одному. Стили отключить надо, не забыть. Так, и слайдер по одному включать. Так, вот его нету. Вот он есть. А, ну,
Вот его нету. Давайте будем сейчас сразу это все дело править. Вот так, в общем, мы и достигнем того, что мы поправим. То, что нам надо. То есть стилей на EMG нет. Вот это можно отключить. Вот это у нас стоит здесь. Это отключаем. И в чем проблема, я вообще не понимаю. У меня есть элемент, в котором есть дивы. На данный момент один. У которого есть элемент картинка. Пусть даже с размерами, какая разница, да? Пусть даже с классами, которые все равно не установлены. Беда. Что из всего этого не работает? Я пока. Сказать не могу. Хорошо, давайте сделаем вот так. То есть вот так он тоже не работает. То есть, значит, класс прописан в стилях и все. Больше никак. Такого уже не должно быть. Ну вот здесь вообще какой-то левый айдишник. Это, кстати, старый слайдер. Я выбираю свой элемент, применяю к нему овал карусель. А, класс овал карусель должен быть обязательно, да? Вот такие, значит, понятия. Ну все тогда что? Я вас понял.
Так, хедер слайдер. И all. Он вот так пишется. Нет? Вот так, да? Item. Один. Вот эта вот хрень, это стрелочки какие-то. Как их вычислить? Точечки, да? Dots. Их надо все отключить. А, так, автоплей здесь надо без. Базовый со всей фигней. Хеддинги. Right, left. Короче, надо все ставить самому. Так, автоплей. Тайм-аут на 5 секунд. Мышкой нафиг не надо. Так, мерджены 10 между картинками надо. А доты, как отключить доты? Давайте смотреть. Так, инсталляция. Пак. API options. Так, вот, items по дефолту 3. Мерджены loop, центровка. По дефолту включен touch. По дефолту включена мышь. Хеддинги 0. Мерджены отключены. Автовысота нам не нужна. Стартовая позиция нам тоже не нужна. Nav false. Она у нас отключена, да? Nav false. Так, это что за фигня? Nav текст. А, текст можно менять на навигации. Slide by dots. Вот dots true по дефолту. Надо их отключить. А, у меня где-то скобка выскочила. Вот она, господи. Я думаю, что за стрелочка. Все, я все поотключал. У меня все листается. Можно, конечно, по времени замедлить все это. По смене картинок, да, чтобы она помедленнее немножко была. Не так резко. Давайте посмотрим, как это делается. Тайм-аут
она по дефолту 5, да? Speed, autoplay speed. Принимает значение либо false, либо true, либо нумерованный, да? То есть получается, мы можем autoplay timeout 5. Он у нас и так по дефолту 5. А вот autoplay speed, скорость, давайте сделаем что-нибудь в районе 3 секунд, чтобы оно помедленнее листалось. Вот что-то вот типа вот этого. Нормаз, да? Так, теперь все включим то, что у нас было отключено. И будем ужасаться. Где у нас все? У нас теперь вот здесь все. Потому что у нас отключены стили. Ага, у нас все непонятно где, непонятно как. Там применяются свои стили к слайдерам, поэтому мы сейчас здесь будем все выравнивать, замучимся. Плюс то, что нам еще надо z-индексы поставить слайдерам нашим. Что-то типа вот этому нашему главному блоку мы еще поставим z-index. Минус один. Не канает, да? А title... Что у меня вообще со стилями-то? Ну, у меня не отрабатывает, к примеру, Эмит вообще не работает. Почему? Что это такое? То есть вы хотите сказать, что слайдер по индексу выше, чем все вот это вот хрень, все остальное? Вот сейчас я начну разбираться. Так, title, поехали. Я убрал, сохранил. У меня не обновилось ничего. То есть z-индекс так и остался.
А, это на тайтл, да? Хорошо. Поехали. Header title. Position absolute топ 60. Я вас не наблюдаю. Это, видимо, за слайдерами где-то, да? Так, oval item. EMG, display block. Z-index. Почему emit не работает? Объясните мне, дураку. Перезапустим все это дело. Вообще бы надо было бы перезапустить Sublime. Эмит так и не пашет. Что у меня отвалилось, скажите мне. Картинкам все минус один. Что это такое? Что-то какие-то странности у меня. Понятно. Миллиард не работает. Так, почему может не работать Z-индекс, да? Надо подумать.
А, он работает. Только он у меня, вот он спрятался, господи. Хорошо. А я его и не вижу там. Он там такой прятался. А я пытаюсь его найти. Он у меня, вот он просто где. Обидно, конечно. Давайте-ка его доставать оттуда. Так, спан 76. Есть такие? Есть дисплей блок фон сайт 76. Почему не работает? Почему стиль span 76 не пашет? Потому что слайдеру подрублена всякая хрень, да? И он у нас не слайдер, а тайтл. Это раз. Дальше это у нас фонд и все остальное. Идет к тайтлу. А дальше. Так, здесь z-индекс пока уберем. Абсолют топ 60. Это что-то типа мало сейчас, что ли? Мало, да? А, он теперь не от начала блока будет у нас. Хотя слайдер релитив стоит. Ну-ка, давайте проверим. Ну да, был релитив. Теперь не релитив. Хорошо. Коль такая пьянка, мы же можем. Или не можем. А, нет, не можем. Они встанут под картинки у нас, да? Хорошо. Давайте откроем макет и сделаем так, как нам надо. А можем сделать.
Попробовать вот так. Так сделать. И все. И у нас все встанет на свои места. А кнопочку подробнее, только я не вижу. Header arrow. А у нее z-index тоже должен. Да. Здесь белый фон будет только усугублять заднюю картинку. Поэтому, наверное, его пока не будем делать. А здесь по кнопкам. По кнопкам мы здесь добавим просто... Где-то у меня были уже готовые кнопочки, я делал. Как-то вот так я делал. Давайте это же самое и замутим. А, ну нам надо ниже делать, да? А, нет, хотя и здесь поместится. Можно весь этот код вниз, кстати, убрать. Овал. Это созданный объект овал. Надо, наверное, сделать вот так. Только здесь указать наш будущий овал. И наши будущие кнопочки. А наши будущие кнопочки. Arrow left. И arrow right. Next. Ну, если что, поменяем. Окей, окей, окей. Эти у нас кнопочки должны сработать, но они должны сработать для... Для... Как они, кстати, будут здесь работать, я немножко не пойму. Если мы сделаем
Где? А, нам надо чуть назад. Нам надо немножко в другой контейнер все это обернуть. Или ниже его спустить, да? Так, это item 1. Вот это нам надо. Сюда спустить. Это и item а вот эти получается не помню, как они у нас. Копировал я их или нет. Где они? Так, слайд 1, слайд 2. А, ну да, они скопированы. Только тут не ли, а тут все попереиначено. Давайте тогда скопируем аккуратненько. А, нет, тут ли стоит, отлично. Значит, мы вот этот options item полностью берем. Сюда вставляем и подставляем так 2, 3, 4. Интересно, что там для всех четверых выставлено, да? Слайдер. Так, тут позиции для них выставлены. И icon. Давайте тогда пока тексты перенесем. Безопасные для человека. Второй спан отсутствует. Дальше работает. Да, поехал. Стандартный блок питания. Так, сочетаем светодиоды.
Улучшенные это что? Алюминиевые платы. Понял вас. Причем здесь один спам, да? Окей. Так, вот он появился. Картинка та же. Надо ее сменить. А сменить. Если мы здесь сделали их так, да, только здесь нужно будет класс задать такой. А, и этому классу делать все то же самое. И бэкграунд только сменить. Вот где здесь? Зачем мне здесь свойства? Мне нужен путь. Мне не нужны здесь свойства. Плохо работает этот плагин. Работает только в индексном файле. Сложно было сделать, видимо, на CSS. На Stylus. Вообще, по любому пути можно было. Я хотел найти свою картинку. Как я ее могу найти? А вот спрайты, да? Пик 2. Прям так, да? Ага. И, соответственно, позиционы. Надо нам поменять. Вот так.
Есть. Есть. А где наши кнопочки? Непонятно, да? Ладно, сейчас разберемся. Теперь как нам запустить два слайдера на странице? Вопрос. Слайдер лист. И овал карусель, да? Как лучше-то? Такого я еще не делал. Давайте сейчас будем смотреть. А тут еще и списки, да? Айтем не сюда. Слайдер лист. Так. Так, он сам, да, у нас крутится. Для этого нам надо переназначить. Переназначить элемент. Он у нас будет. Слайдер лист должен, по крайней мере, так отработать. Не смотрю. Нет, не отработает он так. Тоже будет крутиться, да? А, так надо ему снять автоматическое кручение. Autoplay speed. Autoplay true. Так, зацикливание включить, аутоплей выключить. Вот так. Давайте посмотрим. А, видишь, какой хитрый. Листает как. То есть, если я не подключу овал карусель, он у меня не будет работать. Так, ну давайте поищем, как. А вообще, мне нужны мои кнопки. Я бы их хотел бы здесь видеть. Они у меня слишком высоко. Тому, что option слайдер нету. Position relative. Вот так. Надо сделать их рабочими. Хей, профессионал.
Хей, чат-бот. Один человек пишет из 80. Хоть так и то ладно. Зайдут 50, выйдут. Ну. Так, давайте посмотрим, как устанавливать два слайдера на странице, чтобы они у нас были по-разному. Я не практиковал никогда это дело. Так, две овал карусели. Квадратные, как поменять два ряда. Необходимость реализовать. Так, это не то. Так, два слайдера на одной странице. Слайд 1, слайд 2. Слайд 1, слайд 2. Ну, я, в принципе, так и сделал. А он у меня не работает. А, сначала all карусель, потом. Ну все, понял. То есть мы можем сделать вот так. Окей. И здесь слайдер лист. А, вот у нас стоит, да? А здесь надо какой-то придумать же, да? Какая разница? Топ слайдер. Все понял, классы просто впереди у карусель ставишь, а второй класс со своим элементом, который подключен JavaScript. Так, теперь нам надо сделать, чтобы кнопочки работали. А для этого нам надо мозгов маленько. А чтобы они работали, мы сюда должны подключить наш топ-слайдер. Так, и эти классы у нас должны работать на эти, да? NextPref. Давайте посмотрим. Ни хрена это не работает. Где они?
А, они типа отключены, да? А как я тут-то делал их? NextPref. А я их здесь просто не отключал, и все нормально, да? NextPref. Давайте. Я тут и точки не отключал, у меня их здесь и не было. Они по умолчанию отключены. Наверное. Не компот. Так. Этот, ладно, у нас сам крутит. Так, лишнее убрать, что-то я запутался в ходе. Первый, второй. Хорошо. Так, и кнопочки, вот они, да, у нас. Так, здесь что я с ними сделал? Здесь я ничего не сделал. Next и Pref. Здесь я тоже так же делал, только у меня, видимо. На старый овал карусель стоит здесь. И там, скорее всего, что-то по-другому. А что там может быть по-другому? Navbutton. А что у меня там от Navbutton было? Что я такого подключал? А, это сворачивание меню у меня было еще там. Это, видимо, старый Овал карусель. Давайте новый посмотрим, как можно заменить. Поставить свои кнопочки. Доки почитаем. Option.
Так, NAV отключен. Может, их надо true включить, потом поменять. Нет, они будут мешаться, да? Или старый ОУЛ карусель воткнуть, чтобы работали. Нет, сейчас по документации лучше найдем. Вот они где встали у нас. Овал преф они классом здесь обозначены. Таким вот образом. Спалили мы их. Ставить. Овал F Овал Next, по-моему, так, да? Не? Не? А чё не? Ах, хотел по-быстрому замутить. Button next, button pref. Это что? Вот этот триггер, что ли, не работает? Или надо вот этот тоже менять класс. А нет, но он на all карусель идет же. А, овал нав, овал преф. Ну, я то же самое сделал, только я что-то не доставил, наверное, да? Мне их просто, получается, нужно не здесь указывать. Сразу кнопкам добавлять, что ли? Нав класс и пишешь свои стили. Я просто хочу свои подменить классы на те, которые есть уже.
Вовл карусели. А, в смысле, на в класс подставлять сразу скрипт? Ни хера не понял, все равно. Так, я массивом передаю все, что надо. В атрибут nav класс, так? Или не так? Типа я здесь пишу nav класс. И передаю массивом, да? Или нет? Значение и атрибуты передаю. А у меня две разных кнопки. Я для каждой передаю отдельно, да? Есть какие-нибудь примеры-то хоть или нет? Но я в старом овал карусель так делал, а вот в новом я не знаю. Так, next pref. Так, это несколько. Овл преф. А овл у него чё? А овл у него что-то другое, да? Овл у него сам объект. Здесь он его преф и next. Меня интересует вот эта вот вещь. А стандартные кнопки я не хочу переделывать под стили. Свои. Но вот этот на второй слайдер или тоже на старый слайдер? Когда был создан топик? Нету даты. Next pref. Это, походу, старый тоже. Более года назад. Просто next и pref.
А, нет, так не получится. Там же класс-то другой. Или получится? Ну-ка, давай попробуем. Я ни разу не пробовал передать классы именно в нов класс. Мне кажется, там не просто классы передаются, а все непосредственно атрибуты. И как их передавать с точкой? Там точка с запятой идет. Или класс это через точку запятую? Так что ли? Лол, давай посмотрим. Так, а это пока мы закомментим. Да? Это, кстати, тоже туда же. А, жесть. Что-то сломал. Мне что-то подсказывает, что это не так выглядит. Нет, это как-то по-другому. Там просто, по-моему, передаются атрибуты для класса. Для навигационного класса передаются. Или я неправильно написал nav класс? Ну-ка. Nav класс, все верно. Так, ну я же вот их нахожу, они у меня есть. Мне их просто надо переделать. Переделать, получается, у меня функция не срабатывает для замены классов. Триггер. jQuery. Давайте посмотрим, как она отрабатывает, и будет видно, понятно. Так, для первой версии, для 1.3. Так, она принимает событие какое-то. Событие клик и параметр массив. Клик. Так, триггер. А, то есть получается. Оно принимает событие. Офигеть. А я туда класс пытаюсь воткнуть, да? Событие. Короче, триггер у нас не отрабатывает вообще это дело. Это значит, все старое я скопировал.
Оно принимает события у нас вообще-то. Update span last прибавляет по одному. Значит, здесь это работать не будет. Может, здесь будет работать что-нибудь другое? Типа... Типа remove class и add class добавлять сюда по клику тоже такое себе занятие. Ну-кася, если мы сейчас посмотрим, как добавляются классы. Для навигации. А что здесь еще ему никто и не ответил, да? Все старое. Здесь вообще навигейшн еще. Версия 1.3.2 еще, офигеть. Прописать свои стили прямо в классе CSS, да и все. И не париться. Прикольно будет, да? Хотя здесь тоже триггер используется. Тоже старый. Еще get element by ID. О, на JavaScript помогли. Ясно, тоже старенькая версия.
Ну и что, вытащить старенькую версию там, где я ставил? Или все-таки сделать? Нет, все-таки давайте на новое сделаем. Должно получиться. А что должно получиться? Получиться должно. Oval pref, oval next. Попробуем просто. Что вот это вообще значит, я понять не могу. Класс овал карус точка карусель и овал и карусель такого же нету, ни такого ни такого нету. Мы же можем в нашем слайдере. Указать next и pref.
Сейчас как замучу что-нибудь. Так, вот тут запятая стоит. Для чего? А, типа это для левой, а это для правой, что ли? Pref. Next. Ага, и это что за скобка? Апостроф. Это апостроф. То есть у меня должно выглядеть что-то типа апостроф, класс, апостроф. Запятая. Как-то так. Так. Что-то я ни хера не пойму. А, теперь их может включить надо, да? А, ну вот они есть, но это такое. Они не заменены. А может быть... А, нет. Тут надо им блоки еще задавать, чтобы они растягивались на все стрелочки. И текст убирать, да? Ну, короче, трындец. Что я могу сказать? Не все классы применились, конечно. И мы текст отсюда не уберем. Скорее всего. Ну, в смысле, можем задать ему там какой-нибудь индент на 9999. Класс Wrapper для навигации точек. Controls контейнер.
Класс. Короче, надо просто... Поставить тот... Пол карусель, который у меня стоит на предыдущем макете. А здесь 2,2 версия. А чё тогда не пашет? Я поменял стили. Там тоже 2,2 версия, значит, должно пахать. Почему не пашет? Если мы поставим сюда... класс овал карусель и посмотрим, будет ли работать. Беда. А, или у нас там полностью... А, у нас документ полностью читается, что беда-то. Ничего не беда. Так. Этот слайдер вообще пока закомментить.
Итого, у нас есть слайдер Oval Carousel, у него есть Next, надеюсь. А, нет, Arrow. Left. Right. И мы их меняем. Нифига, да? Не хотит. Ну, здесь другие классы должны быть. У меня скролл, что ли, опять отказал. Oval prev, oval next. В чем проблема, я не знаю, но почему-то не работает. А подключено у меня здесь. Один одиннадцать jQuery. Ну-ка, ради интереса. Будет ли работать? Подключим все, что есть. В том проекте.
А, ну и команду тоже перенесем. А стили... Может, дело еще в стилях, да, быть? Овал, карусель, сес. А вот камон. Перекину. Овал карусель мин там, по-моему, подключил. Мин. Минимизированную версию, да? Пол карусель CSS еще подрубаем. Почему не мин, да? А, ну может быть править будем еще, да, какие-то стили? Да ничего не будем править. Так, и jQuery 1.11 почему-то ставили, не знаю. Это потому что, наверное, из-за этого не пашет функция Toggle, как нам она нужна. Или триггер, или как она там функция. Поэтому здесь так. Таким вот образом. А все, что мы здесь подключили, мы отключим. Так. И что из всего этого у нас не пашет? А не пашет у нас код. У меня уже перестал работать Sublime. Круто. Я тогда просто все это удалю. Это я раскаменчу. Ставлю. Так, и файлики common. Пропишу наши слайды.
Так, это второй овал. И называется он же у нас как-то назывался. Топ-слайдер, что ли? Так ведь или не так ведь? Видимо, не так. А почему они втроем? Потому что я тупой. Топ-слайдер-то вот этот. И они не работают, что самое интересное. Хотелось бы знать, почему. Нахрен здесь точка. Что-то не подключено, наверное. Все подключено, все работает.
Они отрабатывают какая-то хрень. Название вроде правильное. Хорошо, сделаем оба овал, короче. Ну, это не обязательно. Я вообще удивлен. Разные версии не могут работать. Хотя здесь я уже выставил все, как должно было быть. Старые файлы закачал. Ну давайте еще закачаем тогда, что там было. Закачаем туда темы. Хотя темы там не подсоединили, да? Может быть, просто от них что-то зависит. Они же подключаются туда как-то. А, мы мин подключили. Мы же ничего не подключили. Мы же стили-то не подключили, что мы гоним? Пытаемся догнать вчерашний день. Так, все, стили подключены. Это подключено. Давайте-ка вернем сейчас это все. Так. Так, вот по сути дела должен быть работ, должен был работать, да? Как там правильно? Просто аутоплей.
Так, кнопочки теперь. Может, я что не понимаю? Так, это работает. Это не работает. Next button. Это просто. Display block. Никакого дисплея нету. Может, Z-индекс надо поставить, потому что они у меня сзади картинки. Не? О, эмит заработал, нифига себе. Лол, это Z-индекс был. Фу. Я так не играю. Чтобы узнать, что это Z-индекс. Почему они тогда не спрятались? Потому что вот этот блок, он был выше, чем сама стрелка. Получается, он прозрачный, а стрелку видно через него. Пипец, столько промучиться. Вот, шишки набиваешь, потом опытнее, да, с каждым разом. Потом быстрее соображаешь, что неправильно. Ну ладно, окей. Так, здесь автоплей надо, кстати, поставить.
С задержкой. Нет, он по умолчанию 5, это значит, у меня здесь отказал скролл, почему? Autoplay speed мне нужен. На 3 секундочки. Окей. Окей. Так, на вот эти кнопки нужно везде навесить события и по форме события. Здесь, кстати, не email будет, а телефон. Что-нибудь типа такого. А, ну ясно всем. Без разницы, в каком формате они его напишут, мы сделаем потом по-другому. Мы сделаем здесь подсказку, то есть, когда он сюда наведет фокус. События фокус, по событию фокус мы здесь сделаем подсказку. Пример там, номер телефона такой, небольшую. Все. И на получить консультацию давайте какую-нибудь найдем формочку интересную. Не форму, а экшен. Так, у нас есть. А, надо обязательные поля, кстати, сделать, чуть не забыл. Во-первых, они обязательные. Во-вторых, нам надо еще name. Ее. Вопрос. Request. Просто текст. А, тип текст, текст. Нет, давайте что-нибудь. Ваш вопрос. Request. Или что это? Запрос. А вопрос как бы.
Уэстон. Уэш. Уэстон. Окей, Квестон. Так, и нам надо форму. Не тел, а он по-человечески писать надо. Не фио, а name. Приучился, блин, херню писать. Так, ну тут обычная проверка на существование. На вредоносный код почему-то проверки я здесь не вижу. Но тут тупо... Все по минимуму. Ну, для начала, наверное, нам это и надо, да? По минимуму. Так, сделаем файлик. Мне интересно, здесь PHP будет и не будет работать. Так, здесь мы short name не будем указывать. Что может отключен быть на сервере. Дальше у нас есть name, если есть, да, и не равен пустоте. Есть phone, если есть и не равен пустоте. А еще можно сделать то же самое для поля текст. Или не текст, а квест, или как там красиво. Вопрос наш. Где он? Также, если существует и не равен пустоте. Так, куда почта получателя? Давайте я свою проверю. Так, subject, заголовок сообщения. Сколько угодно адресов можно через запятую. Так, message будет у нас в HTML передаваться. Так, name, phone, текст нашего сообщения можно использовать HTML тег. Конечно, надо использовать. Вопрос. Так, и формируем. Здесь прибавляем отправитель, кто? А кто отправитель?
сайт наш отправить. Наименование и почта отправителя. А он должен написать свой email, да? Ну, если он нам пришлет только... Так, send PHP. Давайте проверим. А, у меня здесь PHP не будет работать. У меня есть локальный сервер. Но там немножко не так, да? И не работает. В чем причина? Не запущен локальный сервер. А с локального я не отправлю, у меня функция mail не сработает, так что бессмысленно. Надо заливать на надо заливать мне на хостинг. Так, секундочку. Мне надо куда-то залить все это дело. А у меня еще и локальный не запускается. Отлично. Ладно, потом наладим. Надо создать какой-нибудь... под домен с PHP. Так.
Это все, конечно, красиво, но не нужно. Лифты надо еще брать, которые не используют. Так, скрипты. А зачем здесь? А, наверное, ничем, да? Что-то я хотел там сделать, да не. Давайте посмотрим теперь. Так, вот как это выглядит на сервере. А дальше здесь надо нам проверить почту. Ваш номер телефона 8888. Там никакого ограничения нет, поэтому можно вводить хоть что, хоть как. Но вообще нужно делать проверку, либо делать пример какой-то, чтобы вводили правильно номер для удобства. И ваш вопрос. И знаков тут, конечно, не меньше там 3. Имя не меньше 2. То есть все эти проверки нужно ставить. Но это со временем можно сделать. И пробуем отправлять, получить консультацию. У нас, кстати, не возвращается страница назад. У нас все отправилось методом get, почему-то не post, хотя здесь прописан post. Кстати, вот можно Ajax события, да, сделать. Так, на submit form. Все данные из. Deep post. А, вот там можно даже не указывать, да? Можно чисто через JavaScript. Ваше сообщение отправлено. Отлично. Давайте этим и займемся. Так, форма. Форма есть. Action он просит указать прямо в JavaScript, поэтому здесь только вообще ничего, кроме класса, да? Нам здесь даже и класс не нужен у нас. Метод post send PHP. Ваше сообщение. А давайте перезальем наш индекс.
Через Ctrl F5 обновим. Там, наверное, уже три штуки отправилось на сообщение. Номер телефона. Получить консультацию. Я не вижу сообщения, то, что ваше сообщение отправлено. Скорее всего, не работает какая-то функция. Form submit function. jQuery подключен. Есть. Так, вынесем-ка это все в наш файл, который мы специально для этого дела создавали. Так. Это Аякс, это Панк. Так, перезаливаем эту вещь, перезаливаем эту вещь. Что-то у меня сломалось опять по поводу. И без повода. Так, здесь работает. Так, первая скобка, вторая, третья, первая, вторая, третья. А почему у него не было на закрытии? Также должно работать. Может, у него опечатка, да? Или у нас опечатка? У нас что-то не то. А, у нас нету формы, во-первых. Это то, что во-первых. Во-вторых, если у нас событие submit и анонимная функция работает, дальше у нас идет к чему-то Ajax, к чему? Это типа Ajax объекта подключается, да?
Но он и должен закрываться где-то. Немного не понимаю. Так, пошли. Вот это где у нас закрывается? Нигде, что ли? Первая, вторая, третья. Первая, вторая. Третья. Все. Почему у меня нету закрытой кнопки? А, вот здесь нету. Вот это же должно закрываться. Потом закрывается вот это. Потом закрывается общее. Потом закрывается ready. Тяжело. Где мое сообщение? Я так понимаю, слишком быстро мы захотели. Что-то не работает из функций Ajax, может быть. А здесь, кстати, не класс, а вот так. Да. Давайте зададим вообще именно вот этот ID форм, а не класс форм. Вот так. И сделаем так, как советуют профессионалы, да? Вот. Так должно, наверное, работать. Да нифига, да? Не тут-то было.
Input tape submit. Ну, вроде. Так, этот мы заменим. Индекс мы не заменили, поэтому может быть. Вроде все остальное верно. Так, не вижу смысла, да, не работает. Давайте простым экшеном тогда пробовать, не через JavaScript. JavaScript потом прикрутим тогда. Для проверки всего этого дела. Тогда будет обычным способом отправлять. Так, фио email текстуры. Так, данные принимаются. Вот, кстати, всякие вещи на проверку. Давайте, кстати, сейчас сразу и проверим, работает ли у нас все. Как мы можем это проверить, думаю. Поймем сразу, доходят ли у нас данные. Вот. Передаются. Это хорошо. А, и, кстати, приходит письмо. Имя, телефон, вопрос. Отправитель.
Так, данные приходят, все, функция срабатывает, только нам надо без перезагрузки на другую страничку, что-то типа вот такого JavaScript. А без перезагрузки можно добавить location этот. Сейчас найдем, где здесь. Эндлер. Нафига столько всего? Ajax form request. Тут все равно Аякс. Кстати, вот это у нас может не работать из-за того, что есть сокращение jQuery. И здесь, по-моему, какая-то ошибка. Потому что функция должна не закрываться. Если закрываться, то двойной скобкой. Вот это и вот это. Это не то там. Это фигня, мы посмотрим. Так, это нам нужно. Вот здесь, наверное, что-нибудь стоящее, мне кажется. Статус загруз end form. Это типа вот по клику, да? Вот как красиво. До хрена, короче, всего можно усовершенствовать и усовершенствовать. Мы просто будем
Так, ну тут JavaScript просто сообщение. И ворачивается на одну страницу. Вот. Вот такая вот хрень. Всякую фигню ему тут предлагает, конечно. Бред какой-то. Лучше самому, короче, все это делать, писать, чем искать в интернете. Не модно, да, указывать. Ну, пока не модно, потом Аякс сделаем. То есть нам нужно вернуться на... страничку. Вот такую. Но это так. Чтобы она просто ворачивалась и ничего не говорила, потом мы ее можем усовершенствовать. Так, набираем получить консультацию. Он нас не ворачивает. Почему нас не врачивает? А где ее этот кадр поставить? А, я неправильно ввел адрес, окей. Посмотрим, как русские приходят. Буквы. Я же уже убрал давно. Обновим.
Так, вопрос. Нет. Что такое-то? Что такое, эй? Все убрано. Бред какой-то. Вот и все, страница не перезагружается. Письмо пришло, по-русски все хорошо видно, телефон видно. Только не видно, что отправилась форма или нет для заказчика, да? Это все делается средствами. А давайте вот такой поставим. Его, наверное, заказчик не увидит, да? Просто проверим. Ну да, его просто не увидят, это сообщение. Но зато придет. Ладно, на сегодня все. Завтра посмотрим, какие можно решения сделать, самому написать или найти в интернете что-нибудь такое интересное. И направление, браво.
PHP будем изучать еще, кстати. Ну да, на сегодня все, хватит. Как готовое решение какое-нибудь найдем, да поставим потом. А, Вапамис, привет. Да, исправил. Фигней страдаю вот теперь. Наверстал сайтик. Подрубаю всякую хрень. Ладно, все. Всем пока. До свидания. Четыре часа стримил. 3,5. Офигеть. Ну ладно. Давай, Вапамис, пока.